Здравия желаю. Рассмотрим схему ротавертер и в чем секрет этой схемы. То есть главный секрет БТГ. Я сейчас открою этот главный секрет. Значит, нарисуем мотор, который крутит систему. Вал. Вот вал. Соединенный генератор, который, значит, выдает ток сюда. Вот тут источник питания. Батарейка или сеть. Неважно. Тут вот, куда выгружается энергия, батарейка, допустим. Так. Что мы видим? Мы видим замкнутую систему. Видите? Мы видим замкнутую систему. И поэтому энергия с батарейки пошла сюда. Фаза, допустим. Фаза. Вот она проходит здесь. Здесь, значит, идет кручение, крутится вал, крутится генератор и выходит энергия. Правильно? Что у нас получается? Допустим, мы взяли 100 ватт с батареи или с сети в час, чтобы крутить эту систему. А это выдает 200 ватт генератор. 200 ватт. Но система-то одна, видите, она замкнутая. Трата получится у нас 300 ватт, потому что тепло, вот здесь вот, которое выделяется, энергия тепло, оно соединенное вместе. И поэтому, несмотря на то, что здесь больше, у нас трата получается 300 ватт. То есть КПД у нас получается 200, деленное на 300. 200 разделим на 300. 66%. 66%. Видите как? Потому что система, вот она, замкнута. Поэтому сколько бы у нас не был мотор, какие бы скорости мы развивали, также и в этом, также в автомобиле, также везде, все будет замкнуто и КПД будет меньше 100 всегда. А секрет в том, чтобы систему надо разомкнуть. Допустим, можно разомкнуть, отсоединять вал. Но это сложно механически. Отсоединили вот здесь вал. Это раскрутило ее, это крутится сама. Система разделена. Это дала свои 100 ватт, это свои 200 ватт дала. Вот уже КПД 200%. Или разделяем на реле, что проще. Тут вот реле. Запустили на реле. Дали там порцию тока.
а потом закрыли. Вот это вот крутится по своей инерции. Дали вот этой системе работать изолированно. И тогда она выдает то, что она взяла, выдает. То есть систему разорвали. Вот тут разорвали. И вот тогда мы получаем КПД больше единицы. Если у нас хорошая инерция здесь, если у нас даже равные моторы по силе, мы все равно получим больше, если у нас хорошая инерция. Даже если у нас меньше моторы по силе, здесь больше, а здесь меньше. Но если есть инерция, то есть время, за которое оно работает отдельно, выделяет энергию отдельно от этой, от всей системы. Вот это время, и дает КПД повышенное. В совместной системе, как бы вы ни делали там, делают и катчеры, и матчеры там, что только не делают, а все соединено совместно, ничего не выйдет. Надо разделять. Может по-другому разделять, но надо разделять. В этом и секрет БТГ.